каждом сплите всегда есть от 1 до 3 команд, которые являются таковыми, которые вообще не должны находиться в плей-офф. И на этот раз Team Just — это одна из этих команд. Они просто лучшие из худших оставшихся. Поэтому, я думаю, у нас проблем никаких не будет с ними. Будет просто такой шаг к финалам. Наши матчи против M19 и Rocks были далеко не показательны, и мы можем отыграть намного лучше, чем мы сыграли. Я думаю, что гамбиты поспешили, когда выбрали нас. Победа над гамбитами будет означать для нас то, что наши тренировки прошли не зря, и так как мы команда «Новичок», мы показали всем, что мы достойны быть в плей-оффах и готовы импровизироваться дальше и расти как команда дальше. На самом деле я даже был рад этому выбору, потому что мне кажется, что играть против гамбитов нам будет чуть полегче, чем с Роксами. То есть если мы достойно подготовимся, мы можем показать хорошую игру и навязать борьбу. Я считаю, что если мы не сможем повергнуть Джастов, то мы не имеем никакого права представлять наш регион на интернациональной арене.